Машинка стиральная Bosch или Siemens. Амортизаторы. То есть проблема этих машинок, то что они начинают скакать. Амортизаторы быстро выходят из строя. И сейчас я вам покажу, как очень быстро и без затрат, без вложений восстановить их. То есть снимайте вот эту крышку. Здесь вот эта вот крышка тут все стоит. Отворачиваете ее звездочкой. Если есть. Бывает и нету ее. Потом. То есть вот как у нас ходит, видите? Вообще без усилий. Отворачиваете болт на 13. Один и второй. Ну там он. Вот второй. Так. И. Сейчас. Потому что они так делают, что вот этот вот корпус амортизатора, который должен быть, крепится к баку, он не снимается. Вот он. Чтобы его снять, это надо весь бак разбирать, доставать, разбирать, и тогда можно уже снять. Но некоторые умельцы, они высверливают и вставляют уже палец. Так тоже, в принципе, можно, если вы меняете весь амортизатор. Но я покажу, как сделать это еще легче. То есть вот, открутили, потом стопор. У нас здесь стопор есть. Мы его оттаскиваем, чтобы нам вынуть этот. Чуть поднимаем. И вот у нас вот вынут он. Один достали. Сейчас второй достанем еще. Вот. Берем. Отодвигаем стопорную металлическую втулочку, которая препятствует вытаскиванию. И вот у нас. Далее это все нам не нужно. Нам нужно вот это вот. Мы их берем. Тряпочкой протираем, чтобы чистые были. Идем на рабочее место. Так, чтобы не пачкать стол, я постелил тряпку. Так. Старые вот эти нам не нужны, мы их выбрасываем. То есть вот, вот так вот у нас. Если у вас такие новые есть, меняем их на новые и вставим. Но если нет, то мы берем старый ремень. Вот, у меня такая часть. Отрезаете вот такой же. Можете, кстати, вот у меня заготовочки. Примерно вот так вот ставите. Ну, отрезаете, чтобы он внутрь встал. Сейчас я их подготовлю. Далее, вот, я подготовил 4 штучки. Вот так вот мы их будем вставлять. Так, это чуть-чуть широкий, надо его будет укоротить немножечко. Вместе с этим. Ну, вот, можно и так оставить. Хуже не будет. То есть вот так вот их ставите. Берем литольчику немножечко. Все, открою. Так, наносим тоже сюда немножечко. Ну, это много, немножечко наносим. Тоже вот на эту часть. Ну, как масло, короче, на бутерброд. Так, на другую часть тоже, чтобы он у нас держался. Таким способом он у нас будет прилепиться. Когда будем вставлять, чтобы он не вытащился.
какой. Можете вот так вот даже в начало, в конец сделать. Где у меня еще один? Так, намазал я их со всех сторон. Вот это сейчас сюда поставлю. И будем их вставлять на место. Ладно, один сейчас покажу. Так. Вот эти можете отогнуть немножечко, чтобы лучше зашли они. Так, сейчас мы их вот так вот держим и туда запихиваем. Двумя руками, конечно, удобнее. Не, лучше их вот так вот. Сейчас я покажу. То есть вот берете, немножко так расширяете. Чтобы у нас лучше входил. И засовываем туда их. Вот, вставил я их туда. Обязательно не забываем стопор пододвинуть, как он у нас и был. Чтобы у нас амортизатор не выскакивал. Так, готово. И здесь. То есть смотрите, как у нас ходит. О, совсем плотненько. Опа. Прям вообще хорошо ходит. Ну, вот так вот. Так, что с камерой? То есть вот, смотрите, как у нас ходит. Опа. Прям хорошо прям ходит. Так, где у нас болты? То есть вот что нам потребовалось для этого. В принципе, очень быстро можете так поменять. О, сделать хорошо. И все, машиночка лучше новых будет держаться. И чтобы их, если вам новые менять, это вообще геморройно будет. Вот таким нехитрым способом. Такого, это мой личный опыт. Этого я не видел нигде в Ютубе. Да и не искал, потому что как-то самому это пришло в голову сделать. Понимаете, вот лень вот это вот все разбирать, чтобы это поменять. Доверьте, самое трудное дело ленивому человеку, и он даст вам такой вариант, самый простой, самый легкий, доступный способ. Потому что это лень. Лень это все делать, когда можно сделать так. Вот. Так что пользуйтесь советом и всех благ вам!